Стоит отметить, что из этих 1700 дел, 928 дел рассмотрели административные комиссии сельских поселений, сельских населенных пунктов. То есть эта работа и в глубинке ведется довольно активно. Самые популярные, в кавычках, статьи закона Камчатского края об административных правонарушениях, по которым работают комиссии, это, конечно, нарушение тишины и покоя граждан и нарушение правил благоустройства. По большому счету, я считаю, что это как раз главная сфера ответственности администрации муниципального образования, самой административной комиссии, чтобы в селе было чисто и спокойно. К сожалению, нарушителей в этой сфере становится мало меньше каждый год. Мы регистрируем примерно один и тот же уровень нарушений в этой сфере. Но, тем не менее, принцип неотвратимости административного наказания за подобного рода деяния, он все же соблюдается. И административные комиссии в 2021 году вынесли штрафов на сумму более чем 5 миллионов рублей по этой части. Общая сумма штрафов по решениям административной комиссии о наложении административного взыскания в 2021 году составила 7 миллионов рублей. В 2020 году эта цифра равнялась 5 миллионам рублей. То есть нарушать наши граждане дисциплину и правила благоустройства стали активнее. Вот. В этой связи представляется целесообразным усиление работы административной комиссии. Напомню, что в Камчатском крае после 11 часов нельзя ни шуметь, ни бить отбойными молотками, ни сверлить, ни хулиганить, ни петь песни. Ну и правила благоустройства нарушать тоже нельзя, потому что только от нас самих зависит от того, красиво у нас село или нет. К сожалению, встречаются еще факты, когда граждане выбрасывают мусор из окон, вот, паркуются на зеленых площадках. Причем обращаю внимание, что при номенклатуре штрафов самый дорогой штраф, вот, который может быть наложен на юридические лица или на физические лица, это как раз вот за нарушение правил благоустройства. На физлицо может быть наложен штраф в размере 5000 рублей. Полагаю, что соответствующая работа разъяснительная и работа административной комиссии приведут к тому, что мы вообще, так сказать, потеряем статистику по этому составу правонарушений, и граждане будут любить свои населенные пункты, соблюдать в них чистоту и порядок.